Сделать успешную карьеру в Блё несложно. Тебе предстоит победить 9 соперников. Соревнуйся с ними, и ты сможешь приобрести болельщиков и заработать маячки. Маячки выдаются за участие в гонках. Заезды для публики помог приобрести болельщиков. Маячки открывают дальнейшие соревнования, а болельщики дают новые машины. Каждый соперник предложит тебе серию испытаний. Выполни все задания, если хочешь выиграть. А если победить соперника поединке, можно заполучить его автомобиль. Собирай маячки, приобретай болельщиков, побеждай соперников, и ты покоришь мир. Итак, пора узнать, что такое гонки под напряжением. В гонке с зарядами все средства хороши. Победителям признается кто первым пересечет финишную черту. Надо быть смелым гонщиком и настоящим мастером зарядов, чтобы обойти всех. Заряды дают серьезные преимущества. Обогнав соперников, не спеши праздновать победу. Лидерство надо удержать. Войди в призовую тройку и получишь маячки. Чем лучше результат, тем больше маячков ты заработаешь.
previously on the road. Пришла пора узнать, что такое заряды. Собирай заряды, проезжая сквозь значки на трассе, и активируй их кнопкой выстрела. Заряды бывают разные. Это ракета. Ее можно использовать для атаки предыдущей машины, даже если ее плохо видно. Это ускорение. Оно позволяет мгновенно развить максимальную скорость и обогнать соперника. Это мина. Если сбросить ее назад, преследователям станет жарко. Это импульс. Он пригодится, когда нужно выбить с трассы находящегося неподалеку соперника. Это молния. Она мгновенно поражает врага тремя мощными разрядами. Если хочешь нанести максимальный ущерб, следи за тем, чтобы в цель попали все три выстрела. Это щит. Он ограждает от повреждений во время аварии и от попадания вражеских зарядов. Это ремкомплект. Он помогает починить машину и восстановить ее запас прочности. Это электрошок. Он создает электромагнитные поля, уравнивающие шансы участников гонки на победу. На этом заканчиваем теорию и переходим к практике.